12 июня в Российской Федерации отмечается День России. По традиции, в этот день проходят торжественные мероприятия не только по всей стране, но и в многочисленных дипломатических представительствах по всему миру. Так, в Киеве, в посольстве России, состоялись торжественные мероприятия, посвященные этому празднику. Однако в связи со сложной политической обстановкой, в посольстве решили отметить День России скромно, как говорится, среди своих. Были приглашены дипломаты только дружественных России стран, однако никто не пришел. И поэтому 12 июня в представительстве собрались лишь сотрудники дипломатической миссии и члены их семей. Угощений оказалось настолько много, что праздник продолжался до 14 июня. В этот день хорошо отдохнувшие сотрудники российского посольства устроили состязание на точность, ставшее истинно массовым. В продолжении праздника российские дипломаты с удовольствием участвовали в силовых конкурсах. А после занимались веселой рыбалкой. Но хитом стал, конечно же, конкурс на самое оригинальное посвящение президенту Российской Федерации. Сколько ни пытались российские дипломаты проявлять изобретательность и художественный талант, в последнем конкурсе победил заглянувший на огонек глава МИД Украины с легендарной фразой, ставшей уже классикой. Путин хуйло, да, да. Как здорово празднуют День России дипломаты в российском посольстве в Киеве. Весело, размашисто, истинно по-русски. А вы думали, это была акция протеста? Никто из граждан Украины не переворачивал и не разрисовывал автомобили посольства Российской Федерации. Зачем? Ведь Россия не поддерживает терроризм в Украине и не снабжает террористов оружием. И это совсем не российская ПЗРК и ГЛАЗ сбила украинский Ил-76. Если Россия не причастна, то и украинцев возле посольства не было.